Пока звенят колокола, Россия жива. Колокольный звон раздается над станицей Безводной Майкопского района. Сюда, в новый Успенский скит Свято-Михайло-Афонского монастыря, стремятся верующие из разных городов и станиц. Здесь часто бывают и лабинцы, хоть и завершилось строительство храма только год назад. Настоятелем этого храма является отец Сергий Батраков. Что связывает нас с храмами в Крыму? Здесь, вы знаете, и там монах, офицер. Вот когда мы были в храме, в пещерном храме, тоже Свято-Успенском, Успенском, бисерный храм, отец и монах Сидор, он закончил военно-медицинскую академию, 20 лет отслужил в армии, имеет 2 ордена Красной Звезды за то, что был в Афганистане, спасал людей, возвращал их к жизни, этих молодых парней, и уже 18 лет служит Господу Богу. И здесь отец Сергий – это военный хирург, это человек, который вот сейчас несет Слово Божье народу. Отец Сергий рассказал делегации Совета ветеранов о своем пути к вере. Когда-то мне попалось, принесли домой члены семьи Евангелие. Было издано оно от протестантов. И там я где-то в 90-м году я выучил молитву «Отче наш». На пути встретился человек, монах. И я понял, что это то, что я искал всю жизнь. Я ему сказал свои вопросы. Он сказал, тебе надо тогда идти к нам. Я говорю, куда к вам? Он говорит, Троица Сергию Лавру. Там открылись курсы для мирян. Беседа со священнослужителем произвела впечатление на гостей из Лабинского района. Прихожане из разных станиц совершают паломнические поездки по святым местам. Православным храмам посвящают стихи. Жительница станицы Владимирской поделилась своими строками. Синь с небосвода на купол упала, звездами небо его забросало, смотрят станичники, диво какое небо на храме, случится ж такое. Свято-Покровская церковь в станице, белая, словно лебедушка птица, кажется, в небо взлететь она хочет, только станицу оставить не может. Звон колокольни летит, серебрится, люди идут, чтобы Богу молиться, знают, что там Богородица встретит. На покаянье любовью ответит. По-матерински она улыбнется, синь еще больше на купол прольется, звезды поярче на нем засверкают. Молятся люди, Христа прославляют. Здесь у нас земля святая, потому что здесь у нас в Балке братская могила, где лежит 64 казака вместе со священником, зарубленным карательным отрядом Буденного в 1920 году на воздвижение креста Господня. То есть это великий 210-й праздник. И эти мужчины, которые были воинами, все были они в таком самом крепком возрасте от 25 до 45-50 лет. Они сложили свои головы как агнцы, как ягнята безгласные. Священник им предложил принять мученический венец, и они согласились. Этот случай описан, и все имена восстановлены. И вот так, вот то, что здесь вы видите, за 100 лет здесь не построено ни человеком, ни государством, ни одного дома. Эта станица называлась Прусская, здесь было 300 дворов. Они в царскую армию каждый год поставляли более 3000 рогатого скота, ну, закупки мяса шли. То есть тут большая была станица. Сейчас, вы видите, тут осталось 30 жилых домов, и ни одного дома не построил ни государство, ни человек. То есть вот один храм. Мы часто же сюда приезжаем, пусть далеко, но небо, это говорит о том, что нас, наверное, благословляет Господь, и действительно, солнце светит благодатное, и пусть здесь и людям хорошо живется, и пусть процветает ваш храм. Спасибо. А вам
Низкий вам поклон за то, что звонят колокола, а когда они звонят, правится служба в храмах, и поэтому Россия жива. Настоятель прихода снова пригласил лабинцев в храм, где несколько минут назад закончилась служба. Отец Сергий рассказал об особенностях архитектуры. Этот храм называется храм византийский. Его название звучит так. Трехапсидный, одноглавый, крестокупольный, четырехстолбный византийский храм. Особенность византийского храма заключается в том, что его длина от дверей до конца центральной апсиды должна равняться высоте. Вот здесь у нас 15 метров так и 15 метров вверх. Я долго не понимал, что это за пропорция. Мне ее сказали, когда пришел в монастырь. Что это такое? Что это такое? Господи, почему такая пропорция? В чем смысл всего этого? И когда мы построили его, вы видите, когда заходишь сюда, тут совсем ощущение другого. То есть тут божественная какая-то сила, она сразу присутствует, потому что само наполнение храма – это уже как икона. Это строение богодухновенное. И ко мне приходит осмысление, что человек – это храм Бога живого. То есть Бог сотворил человека для себя, он должен там пребывать. И вот храм – это прообраз человека. Если у тебя рост 1,70 м, когда ты стоишь и когда ты ляжешь, он же у тебя не меняется. Нет. И поэтому вот это должно соблюдаться. Это очень важно. Обратите внимание, по византийской архитектуре, вот сам храм, он напоминает те храмы древних аланов, которые строили там Нижний Архыз, когда мы видим. И вот к нему тянется душа. Тянется к этому Слову Божьему, тянется к этому месту тихому, спокойному. Вот я считаю, что такой должна быть и жизнь у каждого. Спокойной, уравновешенной, особенно для ветеранов, потому что в такой тиши, где они слышат Слово Божье, вот знаете, раскрывается душа, и человек становится чищем, облагораживается, и эту чистоту он несет потом в мир, он несет людям. Это третья поездка в рамках краевого гранта. Участие в программе позволяет Совету ветеранов заниматься духовным просвещением, привлекать как можно больше людей к православной культуре и традициям. Победители и призеры трех спасов – участники поездок по святым местам. Я человек верующий, и к вере пришла не так давно, хотя я тоже искала Бога, и у меня был с собой путь. Я сейчас служу в храме Александра Невского, очень этому рада. И эта поездка для меня была просто наградой. У меня все не получается никак никуда поехать. И батюшка Петр наш, он сказал, что вы провели хороший праздник, участвовали в нем, приложили свои силы. Вот поездка есть такая. Я очень рада, что я побывала здесь, в этом месте святом. Мне очень понравилась служба, как ведет отец Сергий. Очень зацепили его слова, напутствие, которое он говорил. Действительно, очень приятно, когда человек на своем все опыте это прожил, все понял, и его путь к Богу – это очень необычный путь. Я бы хотела поблагодарить в первую очередь за то, что у нас были три спаса – ореховый, яблочный и медовый. Большое, огромное удовольствие, хорошая погода и вдохновление, то, которое вот сейчас мы ощущаем здесь, вот в этом храме. И я, и участники делегации очень благодарна тому, что мы попали сегодня в храм. Эта поездка, которая сейчас у нас произошла, которая
получилось у нас с грантом, очень вдохновило нас на православие. Особенно большой, хороший разговор состоялся с отцом Сергием, который вдохновил нас, благословил нас, который дал нам возможности исповедаться, причаститься. Я в таком большом волнении, мне так очень все понравилось. Особенно понравились рассказы о том, как строился этот скит. Иеромонах так все донес нам доступно, доступным языком. Здесь такая аура.